Актюбинцы уже почувствовали заметную разницу прежних и нынешних цен на продукты питания. Из-за условий карантина и закрытых рынков за покупками они отправляются пока только в сетевые супермаркеты или магазинчики у дома. Да, цены повысились немножко. Ну, немножко повысились, нехорошо. А пенсионерам это тяжеловато. Ну, дороговато. Вот фрукты вот 600 тенге яблоко. Очень дорого, мне кажется. А до этого сколько было? 400. От силы 500 было. А чаще где покупаете продукты? Вот на рынке или? Нет, вот здесь, в анваре. Почему именно здесь выбираете? Не знаю, мне удобно здесь. Базарлара. По сравнению с рынками, тут цены выросли на многие товары. Сильно не подорожали, но разница есть. Берем все основное. В карантин трудновато. Хоть сильно и не дорожают продукты, но приходится экономить. Стоимость содержимого стандартного продуктового набора у нас в городе следующая. Мука от 192 тенге за 1 килограмм. Крупы от 250 тенге за килограмм. Макароны от 100 тенге за полкилограмма. Сахар от 184 тенге за килограмм. Подсолнечное масло от 397 тенге за литр. Цена овощей и фруктов, на удивление, тоже не маленькая, хотя летом они обычно дешевеют. Так, стоимость огурцов начинается от 67 тенге за килограмм, а помидоры стоят 439 тенге за килограмм. Картофель 149 тенге и лук 103 тенге за килограмм. Стоимость завезенных с юга яблок 600 тенге за 1 килограмм. Подорожал и чай. Сейчас средняя цена за 250-граммовую пачку составляет 597 тенге. Яйца стоят 221 тенге за 1 десяток. Мясо некоторые граждане стали покупать реже в связи с подорожанием. Килограмм говядины начинается от 1360 тенге. Баранина от 1970 тенге. Конина от 2400 тенге за килограмм. Тамири Джумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».